Очень неординарные музыкальные произведения, выбранные спортсменами для своих произвольных прокатов. Вот, в частности, Елизавета Кириллова и Марк Чагадаев из Нижегородской области будут кататься под кавер знаменитого хита группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Кирилл Коновалов их тренирует, и эти спортсмены располагаются пока на 7-й строчке. Ну вот очень четко заметно, что по сравнению с соревнованиями двухнедельной давности, которые состоялись в Москве, уже значительно лучше скатались в этом сезоне Елизавета и Марк. Во всяком случае,
Понятно, что на них постепенно уже садится эта программа, и они гораздо лучше чувствуют и друг друга, и музыкальное оформление, и в целом уже этот танец смотрится значительно более цельным, чем было еще совсем недавно в Москве. Ну и, кстати, арбитры тоже обращают на это внимание. Вот посмотрите, если мы поднимем протоколы московского этапа, то заметим, что чуть больше 41 балла за технику набрали эти фигуристы. А сейчас очень серьезный прогресс. Почти 47 баллов сейчас мы видим на судейском мониторе. И это означает, что прибавка-то итоговая за произвольный прокат будет также очень и очень солидной. Ну и в очередной раз отмечаю, насколько приятно кататься при такой поддержке со стороны публики. Вот только-только вышли со льда фигуристы вместе с своим тренером, который очень внимательно наблюдал за их выступлением. И сразу с трибун несется Лиза, мы с вами. То есть народ искренне сопереживает. Зритель по-настоящему заинтересован в том, чтобы у фигуристов получалось. Люди хотят видеть это зрелище и прекрасно понимают, что для зрелища спортсмены делают все возможное и своими ежедневными выматывающими тренировками достигают того уровня мастерства, который позволяет им выходить на новый качественный уровень. Так что продолжилась традиция первого дня. В первый день соревнований эти фигуристы тоже показали куда как более цельное выступление по сравнению с московским этапом. Ну и сейчас новыми красками заиграл и их произвольный прокат. А за Нирвану отдельное спасибо. Причем в таком очень интересном музыкальном оформлении. Ну, действительно, 82,52 по сравнению с московским этапом. Это на 8 с лишним баллов больше, так что о прогрессе можно говорить однозначно. 132,29 итоговый результат этих спортсменов.